Друзья, радуга сегодня, вот мама покаялась. И пришла радуга прямо над нашим окном, друзья мои. Ну, подойди сюда. Сюда подойди. Я? Да. Так. Ты где? Вот, друзья, радуга над нашим окном. Сегодня мама 6 числа покаялась. И вот сегодня мы в Бавлах, и радуга над нашим окном, друзья. Солнце, друзья, радуга, идет дождь. Сегодня мама у нас покаялась. Слава Господу нашему Иисусу Христу. Аминь, да? Аминь. Вот так, друзья, очень благословенное произошло у нас сегодня покаяние. С радугой, дорогие друзья, за это мы благодарим Господа, что Он дает нам такие знамения. Съемки из окна, дорогие друзья, так что... Надо же, это радуга. Это, Володя, что-то нам с тобой все равно... Дало. Ну вот что дало. Господь услышал твою молитву, да. Покаяние. А он меня должен, Володь. Я ведь никогда не безобразничал, чтобы меня наказывать так. Господи, ты меня прости, я не такая. И я этого и не сделаю никогда. Ну вот, друзьям передаем Церкви Милосердия, всем привет. Из Татарстана, из Бавлов, от Белиной Клавдии Семеновны и от Владимира Белина всем. До встречи. С Богом. Да.